Давай, поехали. Блядь, нет, падай вниз, падай вниз, падай вниз! Эту банга. Льется свинцом, как заведенный. Модификация магазина будет кстати. Ебала произошло. Не дисконнектнул. Let's place обратно. У нас так сейчас хорошо. Посвежело, дождик идет последние 3 часа. У нас тоже как-то, ну, не жарко, в крайней мере. Дождя нет, но... Хотя все равно под вентилятором. Без него хуёво, конечно. Но посвежевче стало, посвежевче. Ко мне сегодня обещал Серега приехать. Сказал, что позвонит с утра. Потом... Но... Потом с... Сказал самому ему позвонить, потом... Пока приглашу кину. Нифига, Санек женился. Потом я... Что? Женился? Санек, который... Ты вроде знаешь его, да? Кого? Лимба Румба. Да, он так давно принял у Забрака. Сергей это дело свидетельствовал. Саня, блин, Бурум. Саня. Да. Саня, Александр, Саша. Ну да. Есть такое. Женился. Находишь это странно? Да нет, просто, ну, события. События, да. Это так. На уходе спит. Вот и мы тоже. Скажи, Ньют. В Ванкувере очень много русских стало. Вчера зашел в магаз, просто одни русские везде. Хорошо, наверное, или нет? Не знаю, но они типа интеллигентные, не это. Хотя нет, бабки тоже каких-то бабок дофига, которые, блин, не знаю, не очень культурно. Идут себе. Ну, как обычно, на бортике, если не прокатит, ты берешь правый, я беру левый. Если не прокатит, то он не... Вот, я беру правильно. О, тут 20 нет. Правый, блядь, справа. Правый, да, справа. Ну все, добились. 2 P20, 20, это то, что нужно. Жаль, гранат не залетел, было бы эпично. Там по центру кто-то. Возьми. На. Разбил его. До 8 сторон. Ну там стоял, не двигался сюда. А это уже броня сломанная! Блять, я 6 урона нанес, и меня засчитали фраг. Да? Что? Да. А меня сись. Не ходи вперед, не ходи вперед, я похилялся. Дай дрону дай. Несправедливость. Дай дрону в углу где-нибудь. Бля, взлетать надо, ёбаный рот. 5. Внизу
снизу ебашась. Нет, нет, наверху. Найс. А, рыба 50, а второй хер знает сколько. Убил второго, нокнул второго. Херня от вас, естественно. Ты их заслужил. Вот тебе болт. Не знаю, как ты его себе засунешь. Наверное, пригодится. Сзади тебя фиолетовый болт и другой-ка. Не, я уже все. Я уже... Нет, так, хотя на интервью. Гусиный танкист. Так, мы убили суммарно два отряда здесь, один отряд посередине. А давай поугараем, стой. Может кто-нибудь байкнется. Будет прикольно. Нужно смотреть вниз. Чё? Ну ладно. Я вниз прыгну. Тут еще два трупа. Три трупа. Да, походу это все. Какие-то синие хуйности летают. Да, это, возможно, как раз часть того превью. Я там видел мираж. Это мираж обычно такую штуку делает? А, нет. Подожди. Они прям летают. А, птичка. Видишь птичку? Здесь. Mm-hmm. Здесь. Да. На стене птичка. Да. Здесь нет. Ты что за хуйня упал ряд? Байт. Да. Рядом, они рядом, они рядом. Используй точку к укрытию. А с какой стороны? Они там? Слева. А там на дно. Я пушу, пушу. Блин, пушу, у него пиздец. Пуш, пуш, нахуй. Пиздец. Станок. А если бы меня убили, блядь? Ну я бы пришел, я уже почти убил. Я же забрал свой. Да, но ты сделал это не со мной. Да, но я типа медленно. Отвратительно. Да, не зря я закрылся, там пошел рост. А вот эти же есть лишние? Есть, 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 есть. Нет, уже. Это легкий. Это легкий. У меня нет, у меня. Чё? Ладно, возьми обратно, там лети. Басрутся, блядь. Пробил. А, надо пушить. Пушим, 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 пушим. Очередная мягкая посадка. Нет, броня сам. Они отступают. Наверх можно залететь будет. Я до ульту. Никого не притянуло. И останемся наверху, короче. И хиляйся здесь. Пока идешь хиляйся. Они ультанули. На тебя, нужно уходить. Нормально, здесь вот сейвы. Он рисает. Нок того. Реснуто и одно хп. Тачка есть. Тачка, блядь, сука, я дропнулся не случайно. Золотой щит. Забирай. Тачка на себе. Не патрон, не еще. Я пуш по жести. Рыба в норме, рыба. Сначала фокусишь рыбу. Хорошо, отходишь назад. А, нет, пушишь. Октан тоже разбитый. Он уже... У него тоже ПК, аккуратно.
Нажми на меня, нажми на меня. Хорошо. Кнопку, кнопку, нажимаешь кнопку сначала. Хорошо. Вот это, вот это. У тебя всего одна кнопка, которую нужно нажать. Это она. Хорошо, что можно два подряд спинить, типа, и нарез. Да. Но все-таки он было бы лучше. Это было прям на тоненького сейчас. Хотя я успел раскидать дамага. Ну, внезапно пискипер тут еще. Пискипер хорошее оружие, если ты не промахиваешься. Да, ну а там что-то немного тупанул. Он бы мог побольше пикаться. Он пробитый был. Он просто. Ну, имею в виду, он мог бы, типа, хотя бы двигаться немного побольше. Там, где он был, не на ком было свечить. Он просто был недожатый, понимаю. Ну. Так что он пробит бы где-то на 70, типа того. Есть уже какие-то? Блять. Ни у кого из них нет тоже. Да, потому что. Уверен, что ты не хочешь на этой свечнице. Ну, он и свечница на этом. Но у меня просто. У меня типа 120 выстрелов, это супер мало, здесь 31 как-то было. Ладно, я свечница на этом. Что это дохуя, эти же у меня самого нет. Это моя основная колотушка на дальней дистанции. Ладно, я свечница. Можно ехать дальше. Возможно, кого-то спереди видел, или это глюк текстуры, или это глюк текстуры вроде бы. Да что ж за хуйня-то, а? Настало время трамплинов. Не настало ли мы сейчас подкнемся? Да, там, наверное, скорее наткнешься. Заново. Да. Но она пока еще не сходится. Не знаю, просто хочу проверить, что здесь все тихо и спокойно. Ебать, там рост полетел, все, приехали. К счастью, я сделал все правильно. Хотя на нее можно было денег заработать. Да, спереди чего? Блять, по-моему, они на нас паднулись. Да, так и было. А байтник себе все. Он запустился. Ну, я себе. Смотри, этот байт оказался заебенным. Сейчас ХГ заберем и будем ебашить. 8. Видал, какое укрытие пиздатое сделал? Ух, бля. Разбил там чува на метке. Ну-ка, одного внутри. Ну тут секрет того хуйни. Убил второго, у него был крабер. Сейчас со вторым сквадом. Они на метке. Двое? Да. Сколько их? Нет, я одного видел. Две красные брони, дружище. Я одного видел там. Думаешь, мне стоит свечнуться или остаться на солпе? Это по желанию. Я, пожалуйста, останусь на солпе. Дрон летит. МП будет. А, нет. Бля, он забрал свой тим это. Похуй. Можно пушить, он один. А, стоп, это другой чел. Наверх же рыва уходила. Да, да. Так, ладно, хер забиваем, отмораживаемся. Возможно, тут сейчас будет наглый рез.
Три склада. Угу. Рывок, крипта. Да, 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 да. Наглый рез. Предсказуем, это наш кореец, блядь. Интересно, смогу ему прописать хэдшотик какой-нибудь? Блядь, не смог. Кто бы тебя стрелял? Бля, серьезно? А не уходит, забей. Уходит же, да? Забей был. Пиздец, надо. Че, попал даже? Когда я по такой хуйне еду, я нихуя не попадаю, блять. Просто ноль. Ушли туда. И чего их пушат слева? Идеально. Ждем немножко и влетаем. Вот эти ущелики. Давай, наверное, налево оттянемся, наверное. Какой-то вот сюда, бонсай плазм. Те челы на ХГ в зоне, эти внизу, у них был пуш. Вопрос, когда? Открыто, они на крыше аккуратно. А, спрыгнул. Да. Фьюзик. Если он на месте встанет, я ему хэд дам. Какая дистанция? 82. Чуть-чуть ниже метки. Блять, не вижу его. Мне нужно ХГ взять. Баночку потом даешь в укрытие, вот здесь. Видать нам сюда. Угу. Ног. Фьюз опасен. 10 секунд, дорогие мои. Кольцо близко, мы... Сейчас, только щиты заряжу. Серьезно? Разбил. А там говно. Нусанул. Здесь двое, один разбитый был. Дрон, будет ЕМПшка. Разбей дрона. Банку сразу надо будет есть. Меня попали. Влетели. Уходим, 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 надо отмораживаться. Его притянуло. Блядь, тяни. Чего пизда? Бля, у него одно хп, братан. Мне нужно. Ставь щит, ставь щит. Ставь щит, держи его передо мной. У меня щит половина. Да-да-да, пушка скоро будет наверх. Бля, он здесь у меня запушит, но пизда. Он пушит, 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 да. Пушит. Я застрял в этой хуйне сраной! Блин, это сраный. Я, короче, не понял, что там. Они начали пушить так резко и... Я вообще не понял, что ты кушку поставил.